Всем привет! Сегодня я получила свою посылочку из интернет-магазина «Мыло Опт». Заказываю у них первый раз, но думаю, что не последний. Ассортимент у магазина довольно широкий, цены вполне доступные, так что заказала я много всего. Так, сейчас я проведу небольшой видеообзор распаковки товара. Открою нашу коробочку. Скотч я уже сняла. Так, что мы видим? Сверху мы видим накладную. Здесь все расписано. Все можно почитать. Дальше сразу в глаза бросается магнитик. Это подарок. Мелочь, а приятно все-таки. Так, а все остальные товары я покажу немножко поудобнее. Итак. Что же у нас такого в нашей волшебной коробочке? Первое, это вот такая вот силиконовая формочка, зоопарк. Здесь мишки, львята и бегемотики. Она прекрасно подойдет для моих мыло-желе из желейной основы. Дальше я вижу вот такие большие тары. Это у нас мисочка. Прекрасно подойдет, чтобы смешивать в ней основу. И вот такой вот медный стаканчик, хорошо упакованный. Давайте мы его посмотрим, что ближе. Вот такой стаканчик на 250 миллилитров. На нем даже написаны... Вот, объем, жидкость, сахарный песок, манная крупа, мука, соль и крахмал. Все в граммах и миллилитрах. Вот такой замечательный стаканчик. Дальше я вижу множество баночек. Начнем по порядку. Первое у нас это масло ши, карите жидкое. Давайте откроем. Оно немного подостыло, потому что масло, оно обычно застывает на холоде ши. Это вообще твердое масло. Но это ничего, его легко расплавить. Дальше мы видим масло виноградной косточки. Это масло не застынет. В объеме 100 мл у меня эти масла. Следующее масло миндальной косточки, также объем 100 мл, все баночки из темного пластика. Следующая большая баночка у меня идет основа для лосьона. Вот такая вот, в такой же баночке. Тоже посмотрю на консистенцию. Он довольно жидкий, как и должен быть лосьон. Также в большой баночке у меня депантенол 100 миллилитров. Отставлю баночки. Вот еще одна большая. Это экстракт ламинария. Отличное средство как и для волос, для лица и для тела. Баночка немножко поменьше. Завтрак для кожи. Это активный комплекс. Я его добавлять буду в мои умывашки для лица. Следующий комплекс у меня антицеллюлитный. Плацентарная сыворотка для укрепления волос. Шампунчик. Гидролизат протеинов кератина. Как вы видите, баночки все из темного пластика, и даже нет, думала стекло, пока нет, все из пластика. Следующее, вот еще одно масло персиковой косточки, также 100 миллилитров. Баночки поменьше уже идут. Значит, у меня водорастворимое масло авокадо 25 миллилитров и экстракт гликолиевой лаванды. Он ускоряет заживление.
На всех баночках четкие этикетки, все написано, то есть нигде ни в чем не запутаетесь. Бензиловый спирт – это мой консервант. Дальше у нас вот завернутый, опять же, пакетик. Скорее всего, это эфирное масло, их обычно заворачивают, чтобы запах не передался на всю коробку. Да, это эфирное масло лимона. Так, испробуем. Да, пахнет замечательно. Эфирное масло лимона, производитель Германия. Хотя по запаху мне больше нравятся бразильские масла. Вот, но будем пробовать и такие. Эфирное масло грейпфрута. Это масло не упаковано. И я вам скажу, что эфирное масло лимона у нас идет в стекле, а эфирное масло грейпфрута в пластике. Тоже Германия. Следующее, что я вижу, это мои красители. Краситель пищевой малиновый, красный, оранжевый, желтый, фиолетовый. Где-то должны прятаться остальные. Пока я их не вижу, но, наверное, найду. Да, вот синий. Синий-зеленый. Заказала я большой набор пищевых красителей, их там 8 штук, и коричневый, вот, 8 красителей, в объеме 10 миллилитров. Убираем, чтобы не мешало. Следующая мне идет баночка, экстракт-концентрат клубники Биоспа, 5 миллилитров, также пластик. Ароматический экстракт зеленого яблока 5 миллилитров. Следующий у нас идет чудо-пакетик. Это отдушки мои, отдушки и ароматизаторы, самые разнообразные. Отдушки мне нравятся австралийские, у них очень правдоподобный запах, натуральный. Но есть такие вкусы интересные, которые, к сожалению, в Австралии нету, поэтому мы тут набрали всяких разных. Земляника, это Россия, 10 миллилитров, это отдушка. Отдушка кокос, это тоже Россия. Дальше у меня отдушка Кока-Кола, ой, она невероятная, но это производство Франция. Правда, очень вкусно пахнет. Отдушка ириска Россия. Отдушка вишня в шоколаде Франция. Отдушка мед Россия. Отдушка киви Россия. Банан также Россия. Ананас, манго, Франция, из темного шоколада отдушка, Франция. На сайте она называется шоколадный мусс из темного шоколада. Здесь написано немножко иначе, но я думаю, это она и есть. Лаванда и мартини, это США. Это более дорогая отдушка, но она очень приятно пахнет. Так, гранат Россия. Мята Россия. Как вы видите, баночки между собой отличаются только этикетками, цветом этикетки. И то не везде. Собственно говоря, одинаковые у всех стран. Бубль-гум, жвачечка, Россия. Так,
Натуральный кофе. Россия. Как вы видите, ассортимент отдушек на сайте очень большой. И я вам скажу, что ни на каком сайте я не видела такого большого количества разнообразных отдушек. Эти отдушечки у нас уже поменьше в миллиметраже. Вот, Австралия. Написано на английском языке. Даже, видите, это черничный маффин. Отдушка. Мне очень нравятся австралийские. Это Германия. Трюфель. Тоже неплохая. Видите, баночка сразу не из темного стекла у Германии. Ароматизатор. Это у меня, кстати, ароматизаторы пищевые уже пошли. Это не отдушки. Ароматизатор пищевой. Австралия, тоже опять-таки на английских, это Cabernet вино. Она очень правдоподобная, она очень похожа на запах вина. Это у меня для винного шампуня. Личи, Германия. Так, это у нас Австралия, инжирный тирамису, нямочка. Австралийская отдушка, черное мороженое. Знаете, она похожа вот больше на какой-то кофе запах. Но, возможно, в мыле будет пахнуть как-то иначе. Я пока, если честно, ее в действии не пробовала. Фисташковый кейк. Тоже очень правдоподобные запахи. Вот Австралия, очень советую. Это у нас сладкая вата австралийская. Сладкая вата с такой небольшой ноткой клубнички. Как у нас много баночек. И это у нас малиновый зефир. Тоже Австралия. Видите, баночка немножко поменялась. Не знаю почему. Тоже он пахнет божественно. Вот очень похожий запах. Очень. Идем дальше. Это у нас еще не все. Следующая у нас идет формочка для мыла, шоколадка. Мне пришлось ее взять в последний момент. Скажу честно, хотела взять формочку шоколад. Она немного шире, и вес мыла у нее получается 70 грамм, а у этой 40-45, то есть это меньше. Но, к сожалению, не оказалось ее в наличии. Так что будем пытаться творить что-нибудь новенькое вот с такой формочкой. Думаю, тоже будет очень аппетитно и вкусненько. Следующая у нас идет мягкая мыльная основа, кремообразная, английская. Давайте ее распакуем, посмотрим, интересно ведь, какая она внутри. Без ножниц довольно будет проблематично снять скотч, но мы это сделаем. Так, снимаем, раскрываем. Ведерко довольно хорошо упаковано. Открываем. Вот, смотрите, какая она, кремик. Запаха она практически не имеет. Очень мягкая по текстуре. Она прекрасно подойдет для всяких моих сахарных скрабиков. Следующий такой большой внушительный пакетик. Это у нас рафинированное масло какао. Килограмм. Очень удобно то, что на сайте можно брать масла в таком объеме. Его надолго хватит. И цена самая низкая в интернете, дешевле я не видела нигде. Вот, у нас все хорошо упаковано. Следующий пакетик. Что тут у нас? Здесь у нас воск, натуральный пчелиный воск, 50 грамм. Пахнет он божественно, просто вот чувствуется, что натуральный. Это для бальзамчиков для губ незаменимая вещь. Производитель Украина, кстати. Глина розовая,
20 грамм, такой небольшой пакетик, я взяла на пробу на самом деле, хочу положить ее в бомбочки для ванны, вот, возможно, в следующий раз возьму в большем объеме. Так, ксантановая камедь 50 грамм, ее я забыла положить в заказ, добавить, и мылоопт пошло мне навстречу, и уже в оформленном заказе добавили мне такую вот позицию. Спасибо им за это большое. Это загуститель, гелеобразователь. Тоже очень полезная штучка. Особенно если пользуетесь жидкой основой концентрат, которая очень разбавляется водой, и поэтому она, ее надо загустить. Вот это очень полезная вещь. Это у нас молоко сухое, 1,5%, производитель Франция. Очень оно такое приятное в пакетике, так и хочется его пожмакать. Тоже очень хорошая, недорогая, но довольно полезная штучка, которую многие недооценивают, но для нашего тела это очень полезный ингредиент, незаменимый. Идем дальше. Наша посылочка. Очень велика. Это у меня крафт пакетики 100 штук оптом, 24 гривны за все. Вот, я в них буду упаковывать свои мыльца. Вот такие вот резиночками аккуратненько обмотаны. Это крафт пакет маленький. Ну, по виду он совсем даже и не маленький. Вот, ну вот так вот свернуть для мыльца будет хорошо, я думаю. Так, и последняя позиция. А нет, не последняя. Здесь у меня есть пипеточка. На пипеточке миллилитры до 5 миллилитров в конце. Очень удобно для всех моих баночек. Мыльная основа прозрачная, про которую я чуть не забыла вам показать. Она лежала на самом дне. Вот производитель Великобритания, 1 килограмм веса, прозрачная. Ну, распаковывать я ее пока не буду из пленки. Вот такая. И теперь уж точно последняя позиция. Это мои бутылочки. Бутылочек я заказала 10 штук по оптовой цене. Это бутылочки у меня по 200 миллилитров. Для моих шампуней и гелей для душа. Крышечка флип-топ. Разъем очень удобный. Мне кажется, этого достаточно. Можем их пересчитать. Одна. Две. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, все на месте. Вот такие вот у меня бутылочки. На этом распаковка товара у меня закончена. Пару слов скажу о том, что я заказала. В общем, все мои масла — это базовые масла, это ухаживающие компоненты. Они в себе содержат много витаминов, много всего полезного, поэтому для любого мыловара это незаменимо. Масла есть на сайте в объеме 100 миллилитров, как я брала, есть и меньше, есть и по литру, то есть как вам удобнее. Я взяла много разных, но по 100, то есть не в большом объеме. По поводу активных комплексов, это все незаменимо для шампуней, для масок и прочего-прочего другого. И на сайте все есть, очень большое количество активных комплексов, всяких разных добавок, экстрактов, концентратов. Также большой выбор консервантов. В
Вот, большой выбор загустителей, эмульгаторов. То есть все-все-все есть по очень доступным ценам. Поэтому всем рекомендую мыло Опт. Заказывайте. Надеюсь, вам понравился мой видеообзор. Всем спасибо!